На днях Совет Евросоюза продлил санкции против беглого Януковича и 14 его соратников, но при этом снял все ограничения с Юрия Иванющенко. Так что дело против него может быть закрыто. Верховный суд также отклонил ходатайство ГПУ и отказал в пересмотре решения апелляционного и высшего специализированного судов. Это означает, что прокуратура должна закрыть уголовное производство. Напомню, дело открыла 2 года назад Генеральная прокуратура. Иванющенко подозревали в хищении миллиардов киотских денег, но необходимых доказательств следователи не предоставили, уверяют адвокаты. Речь идет больше о изначально о политическом преследовании, а в дальнейшем о защите чести мундира Генеральной прокуратуры. Ни для кого не секрет, что долгое время он был депутатом Верховной Рады от партии регионов. Его олицетворяют с так называемым донецким бизнесом, его олицетворяют с окружением Януковича. И сейчас признать на любом уровне, хоть судебном, хоть на уровне органа досудебного следствия, о том, что были выдвинуты безосновательно обвинения в его адрес, ну, это очень тяжело, и это повлечет определенные последствия для того, кто был инициатором этих дел.